Дорогие друзья, на момент публикации товаров все ссылки активны и товары доступны для покупки. Если при переходе по ссылке товара недоступен, то продавец либо удалил товар, либо товара уже нет в наличии. Спасибо за понимание и приятного просмотра. Мини-массажер. Использует технологию массажа TENS и имеет несколько режимов работы, подходящих для ежедневного пользования. Устройство фиксируется на теле при помощи специальных наклеек, идущих в комплекте. Также он имеет емкий аккумулятор, который до 7 дней может работать без подзарядки. Геометрический террариум представляет собой небольшой декоративный террариум, который можно использовать как для украшения, так и для содержания непривередливых растений. Продается в нескольких цветах, формах и размерах. AirFit замок, открываемый бесконтактным ключом-брелоком. Замок открывается моментально, стоит поднести ключ к нужному месту дверки шкафчика. Его можно установить на домашнюю мебель, на выдвижные шкафчики, на тумбочки, гардероб и так далее. Кондитерская лопатка, или как ее называют в некоторых источниках, кондитерский шпатель. Хоть и мелочь, но, как оказалось, для кондитеров-любителей просто незаменимая вещь. Именно она обеспечивает идеальное нанесение крема по поверхности и боковинам торта, а также предназначена для выравнивания, что определяет конечный внешний вид десерта. Супервпитывающий коврик. Моментально впитывают грязь, пыль и даже воду. Кроме того, этот коврик можно использовать снаружи, за дверью, а также для ванной комнаты. Он не скользит, не сворачивается и не забивается под дверь благодаря виниловой основе. Оболочка для колбасы. Идеально подходит для жарки, запекания, сушки, копчения, гриля и варки. Сама оболочка твердая, хрустящая. Напоминает по структуре тонкую и прочную пекарскую бумагу, в которой выпекают булки. Необычные настольные часы, которые питаются от воды и вовсе не требуют для работы батарейки или же подзарядки от USB. Основной материал часов – ABS-пластик, который устойчив к царапинам и падениям. Ортопедическая подушка. Силиконовые соты, из которых она состоит, такие мягкие, что даже хрупкая яичная скорлупа останется целой, если на нее сесть, что уж говорить о пятой точке. Рекомендовано использовать как дома или в офисе, так и в автомобиле. Все мы знаем, что уже вышел новый iPhone. Сегодня этот модный гаджет стал синонимом успеха и высокого социального статуса. Стоит он достаточно дорого, но при желании накопить на него сможет любой желающий. Ведь даже сидя дома можно зарабатывать деньги. И одним из вариантов является инвестиционная компания Avalon. Чтобы стать инвестором и начать зарабатывать, тебе всего лишь нужно пройти быструю регистрацию за 2 минуты, выбрать тариф и получать стабильную прибыль каждый день. Более миллиона успешных инвесторов – показатель надежности компании. Офис компании находится в Москва-Сити, все легально и прозрачно, еще и бонусы есть. Итак, на прошлой неделе я делал депозит на 7 дней. Мой депозит отработал, и давайте попробуем вывести деньги. Поставим на вывод заработанную сумму. На оставшуюся сделаем еще один депозит на 7 дней. А вот и очередная выведенная сумма. Если вы хотите помочь себе сами, то делайте правильный выбор и регистрируйтесь вместе со мной. Меньше минуты, и вы уже успешный инвестор. Пол и болт с секретом, в который можно положить заначку или какую-нибудь ценность, не предназначенную для посторонних глаз, выполнен по принципу тайников советских разведчиков времен Холодной войны. Портативный USB вентилятор. Устройство сделано из ABS-пластика и продается в трех расцветках. Вентилятор имеет три уровня потока ветра. Емкость аккумулятора составляет 900 мАч, чего хватает на 3 часа работы в экономном режиме. Антиочки – маска для лица. Фиксируется на лице при помощи специальной оправы, которая не препятствует ношению очков.
Для надежной защиты ее рекомендуется применять как верхний слой после медицинской маски. Умная скакалка. Одна из ручек имеет встроенный датчик, который подсчитывает количество сделанных прыжков и может выводить краткие сведения на небольшой дисплей или же синхронизироваться через Bluetooth с телефоном для развернутой инфографики. Мультитул. Этот механизм сочетает в себе плоскогубцы, брелок, отвертку, нож и много чего еще. Он полностью сделан из нержавеющей стали. В сложенном виде его длина составляет всего лишь 5 см. В комплекте с самим мультитулом также приходит и чехол. Доска для разморозки замороженных продуктов. Изготовлена из уникального сплава алюминия с высокой теплопроводностью, который впитывает в себя даже солнечные лучи или же воздух. Все это тепло передается продуктам, что сокращает время их разморозки. Такой способ позволяет сохранить свойства продуктов. Палка Multitool. Она может применяться совершенно по-разному. Ей можно защищаться благодаря острой насадке, резать доски благодаря концу в виде пилы или же открывать банки. Также она имеет насадку, отвертки и ножа. Очень полезная вещь при походе в дикую природу. Стойка для хранения кастрюли. Продается в трех размерах: 39 см 2 этажа, 52 см 3 этажа и 102 см 5 этажей. Ширина каждой полки составляет 35 см. Расстояние между этажами можно регулировать вручную, подстраиваясь под размер посуды. Спальный мешок-палатка. Сочетает в себе просторный мешок, сделанный из нейлона и закрытый сетчатый верх, защищающий от насекомых. Габариты 210 на 105 см. Спальник одновременно является и чехлом, в который складывается за пару движений. Необычная кружка. Выполнена в стиле конструктора Лего. Ее внешний вид можно изменять по своему вкусу, используя комплектные блоки или из личной коллекции. В основе лежит кружка объемом 350 мл, сделанная из пищевого пластика, который выдерживает температуру горячих напитков. Именные штампы. Именно их и делает это замечательное устройство. Оно может рисовать как на обычной бумаге, так и на любых вещах. Текст легко выдерживает стирку и не теряет своего цвета. Отличное развлечение для детей, желающих обозначить свои вещи. Пивная кружка. Имеет несколько стилистик, три вида черепа, морской конек и имитация дерева. Каждая кружка оснащена красивой ручкой, являющейся главным элементом дизайна. Здесь она может быть представлена в виде меча, костей позвонка, туловища морского конька и так далее. Есть кружки объемом на 500 и 480 мл. Двойная миска для кормления домашних питомцев. Посуда надежно фиксируется на специальной подставке, расположенной под наклоном для удобства животного и поддержания чистоты вокруг. В случае надобности ее можно легко достать. Складной мангал. Это очень удобное и практичное приспособление для отдыха на природе. Его можно взять с собой в поездку и на пикник. К тому же на мангале можно приготовить не только шашлык, но и много других блюд. В комплекте с самим мангалом приходит решетка для жарки, а также противень. Форма для бутерброда «Мишка Сэндвич». С ее помощью можно порадовать близких оригинальными бутербродами в форме мишки. Она также позволяет выделить глазки и другие элементы мордочки. Дуршлаг. Выполнен из пищевого пластика. Дуршлаг достаточно емкий, оснащен небольшими отверстиями, отчего посуду можно смело использовать для промывки различных круп,
в том числе мелких, а также для овощей или же фруктов. Картридер Orico. Достаточно компактная модель. Позволяет подключать сразу несколько карт памяти к устройству. Картридер имеет Type-C разъем. Наделен слотами под 4 типа карт. Powerbank в ретро стиле. Имеет вход Type-C, Lightning, а также 2 для USB. Емкость пауэрбанка составляет 6000 мАч. Продавец предлагает 4 расцветки. Комплектацию с проводами также можно выбрать самостоятельно. Резак для теста. Благодаря многообразию форм позволяет придать выпечке необычный внешний вид. На выбор представлены как интересные формы с узором, так и обычные круглые. Электрический массажер для ног. Представляет из себя небольшой короб, в которую человек помещает свои ноги. Из различных колесиков и иных массирующих конструкций внутри процесс задействует все точки одновременно. Устройство может производить несколько типов массажа. Автомобильный огнетушитель. Обязательный инструмент в салоне любого автомобиля. Огнетушитель наделен защитой от случайного срабатывания, а длина пенного выброса достигает 2 метров. Необычные формы для льда, состоящие из разных оригинальных наборов. На одной из них изображен персонаж вселенной Звездных войн Хан Соло, замурованный в стену. Имеются каменные статуи с острова Пасхи, черепа и так далее. Мини-арбалет. В качестве снарядов используют зубочистки, тонкие гвозди или иголки. Дальность стрельбы может достигать 20 метров. Даже заряженный зубочисткой, арбалет способен проткнуть толстый лист картона или алюминиевую банку. Складная регулируемая стойка для фитнеса. Выполнена в форме пластины и двух ручек, которые можно поместить в различные отверстия на поверхности. Из-за большого выбора человек всегда может тренировать какую-то конкретную группу мышц. Походный чайник. Изготовлен из анодированного алюминия и имеет емкость 1,5 литра. Вес 308 грамм. В комплект чайника входит сетчатый нейлоновый чехол для его хранения и переноски. Почти классический походный чайник для использования на огне и газовой горелке. Столовая посуда в форме лопаты. В длину один прибор около 15 сантиметров и порядка 3 в ширину. Каждая модель сделана из нержавеющей стали и продается в большом количестве расцветок. Имеются варианты как совковой лопатой, так и штыковой. Жилет-утяжелитель для занятий спортом. Добавляет нагрузку при выполнении физических упражнений, подтягивании, беге, отжимании или прыжках. Выдерживает дополнительный вес в 30 кг. В качестве утяжелителя используются песок, свинцовые бруски или стальные пластины. Автомобильная палатка. Подходит для автомобилей и хэтчбеков. Палатка полностью натягивается на верхнюю и нижнюю части кузова, образуя пристройку, которая закрывается на молнию. Таким образом получается задействовать пространство внутри кузова. Выполнена из нейлона и полиэстера с виниловым покрытием. Сковорода с выемкой. Послужит отличным помощником при приготовлении фаршированного блюда из-за опции одновременной прожарки как поверхности, так и начинки. Сковорода сделана из алюминия и имеет антипригарное покрытие. Диаметр дна составляет 20 см.
Органайзер для проводов. Эта компактная коробочка позволяет грамотно организовать порядок на рабочем месте. Состоит из одной закрывающейся полки, отведенной для небольших кабелей и зарядных блоков, а также места для размещения удлинителя с отверстиями для проводов. Игровой руль может синхронизироваться как с приставкой, так и компьютером посредством USB кабеля. Руль оснащен надежными присосками и струбцинами, обеспечивающими устойчивость во время игры. В комплекте предусмотрены педали. Держатель для коррекции письма. Научит ребенка правильно держать ручку или карандаш. Таким образом, он сможет выработать у себя привычку обхватывать пишущие инструменты правильно уже с ранних лет. Прикольные наклейки на авто. Наверняка каждый из вас неоднократно замечал на машинах забавные наклейки. Если хотите себе подобную, то обратите внимание на следующий вариант. Прикрепить ее можно куда угодно, от заднего стекла до какой-нибудь стены. Светильник в виде книжки. Оснащен тремя видами приятного для глаз свечения. Благодаря магнитам, встроенным в подставку, может принимать разную форму. На выбор представлены светильники разных размеров и в двух цветах подставок. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или WebMoney кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!